что ЦСКА и тем людям, которые принимали решение о том, чтобы установить бюст. Низкий поклон, спасибо. Это признание не только от меня, с моей точки зрения, это большая честь для фехтования. От фехтования большое спасибо. И первое, я могу сказать, да, я в 58 году пришел в ЦСКА сам, меня никто не призывал, я вообще был белобилетник, не военнообязанный. Но я пришел сюда по другой причине. Это клуб, где были самые лучшие матки в Советском Союзе. Это клуб, где из ничего делали конфетки, где из сырья делали олимпийских чемпионов. Я пришел, и мне было интересно заниматься тем, чем я занимался, не потому, что я думал, что из меня что-то выйдет. Я даже не надеялся. Просто было интересно в этом коллективе. Я вам должен сказать, потрясающий, творческий. Лучший в мире коллектив был в ЦСКА. И я живу и делаю все с надеждой, что это возродится. Спасибо.